Вообще-то я. Мы договорились. Он открывает. Опа! Ой, это прикольная штучка. Пластиковый. У меня вариантов вообще нет. Что это может быть? Это что-то силиконовое. Я не знаю. Это же кухня? Девушки наматывают волосы. А, может, это... Да? Бигуди, да? Что ты молчишь? Дырочка еще какая-то. Это чтобы повесить. Нет, в ней надо готовить. Короче, мне кажется, трубочки. Надо туда что-то пихать и делать вот так. Давай с этого начинаем. Давай. Я снимаю. О! Ой! Ну давай. Давай. Это тесто. Это тесто. Да, вот сюда запихивать. Да. Или... Или не запихивать. А может быть, это надо заворачивать? А, да, я внутрь хотела. Внутрь? Люблю попался. Так, давай с тобой... Блин, ну как всегда. Оп. Так. Ну как бы понятно, что не интентентом. Типа как чистилка. Можно использовать. Но нет. Га. Ну, в смысле, может, это чехол для морковки? Ну, ты знаешь, у меня тоже получилось только вот... Хорошая Ладно. Версия, но я думаю, нет. Да, давай, миндаль. Миндаль мне не помог. Орешки я люблю. Вот это вот, вот туда, и потом закатываем. Нет? Господи, мне кажется, тебе нужно меньше тупить. Тут должна быть это... Бутылка рукой. И типа, чтобы пить это? Не подходит для этого. Чеснок, ну почему бы и нет? Версия с чесноком входит и выходит. Нет, он не входит и не входит. Чеснок, чеснок. Я не хочу. Брак. Ну ладно, ну, давай. Та-дам! Все, я сломалась. Эта держалка может быть на эту, на крышку, на ручку. Давай запихивай. 100%. Нет, она большая. Но это подходит под цвет. Мне кажется, я поняла, но я боюсь это озвучить. А зачем две? Две? Это если у тебя очень большая ручка. Или если у тебя очень чувствительная ладошка, то ты, короче, насаживаешь две. А, в один момент только один. Дырочка тут, пипочка там. И она идеально подходит. И она идеально подходит. О, круто. Да? Да, мне кажется, да. Ну, то, что кажется. Типа, такой раз. Сейчас будет у нас кулинарный поединок. Кулинарный поединок. Такой взял. И все. И вот тут вот так еще можно на штучку. Да, это специально. Чтобы она круто так положилась. Нет, это серьезно. Сейчас нет, я, слышать. Короче, голосую за тесто. Все. Нет? Как нет? Почему? Шок-контент. Ну, хоть орехи есть. Ты типа ты вот так чистишь чеснок? Леша знает, у него есть такая дома. Он притворяется. Ну, хорошо. Давай, ну, допустим, не, я мне кажется, я не работаю. Я верю. Я просто глажу чеснок. Вот, отлично, смотри, вот чистенький. Офигеть, реально. О, боже, это так красиво. Это достаточно просто. Это штука для старых. Чесноков. Ну. Да, я вообще отлично готовлю. Мы все поняли. Офигеть. Да, все. Стоп. Это реально не круто. Маш, версия. Запихиваешь морковку, она чтобы она в холодильнике, мокрая, да? Чтобы она в холодильнике не портилась, и привешиваешь. У тебя так выставка морковок. Да. Какая-то скучная у нас рубрика получилась.